назад нам с Жанной Владимировной довелось, подфартило познакомиться с одним удивительным человеком. Зовут ее Наталья Борисовна Ковалева. Она, это пенсионер, пожилой человек, дай бог здоровья ей крепкого. Она всю жизнь проработала в госплановской науке. Институт по автоматизации и внедрение этих самых новых систем вычислительной техники и так далее в народное хозяйство, при госплане СССР. И именно в этом институте, в котором она трудилась, она где-то в Литве она была, ей в институте, то есть путем анализа той информации, которая ей поступала для того, чтобы автоматизировать процесс в народном хозяйстве, она вывела закон самоорганизации живой материи. То есть и там направляющая роль отводится направляющая информация, то есть которая находится не просто где-то, информация, которая входящая в процессе, а над эфирная информация космическая, которая дает возможность этой материи развиваться по заданному, то есть направлению, чтобы именно развиваться. То есть она положила это в основу формулы и реализовала на двух народных предприятиях. То есть последнее было это в Литве, не помню, Даугавпилсе, по-моему, то есть большой какой-то радиотехнический завод, более 3500 человек. Вот это вот предприятие, то есть они подняли буквально, когда волна, вот эта вот вторая волна перестройки, когда сначала как бы сказали, что госплан это плохо, а потом поняли, что без госплана, без государственного заказа и анализа потребления и производства никуда от этого не уйти, не деться. То есть вот это вот ее внедрение этого метода по вот этой самоорганизации, оно принесло колоссальные результаты, там до 80% выросла не прибыль, а вырос потенциал, производство, то есть увеличилось объем и так далее. То есть в этой формуле принимали участие от, каждый на своем рабочем процессе за свой, то есть он носил такую информацию, чтобы производственный процесс, который заинтересован в конечном результате труда, то есть он делался лучше, быстрее, качественнее, то есть не сверху спускалось, а то есть человек на месте говорил, как лучше производить. То есть использовался метод сбора информации от каждого конкретного исполнителя. Да, и в улучшение. Так вот, когда мы говорим о развитии генетического, не деградации, а именно развитие, в том числе и человека, как личности и так далее. То есть мы подразумеваем эфирное. То есть у нее большие труды были, она очень религиозный человек, и она изучила практически всю религиозную литературу, которая есть, то есть все конфессии, которые представлены, доминирующие, грубо говоря. И она очень сильно и серьезно изучала загар. Это та книга, которая, или сияние, на которой, то есть, строится вот это вот еврейское все это. То есть иудаизм и сейчас вот этот самый Лайтман, который... Каббала. Да, каббализм там и все остальное. И вот она приводит очень много в своем труде, у нее много трудов, с одним из них я был знаком, прочел. И она делает выводы на том, что... Опять же, основываясь на академика Клёсова, что опираясь на гаплогруппу, что еврейство – это просто зараженный ген, который отождествляет этих людей. А заражается он путем модификации человека. Модификация на шестой день. Благодаря вот этой модификации, то есть ген становится зараженным, и то есть не генетическая цепочка, не все гены активируются, еще что-то. То есть это исследование не только Клёсова, еще нескольких человек. То есть модернизация, да, то есть она неисправима, то есть несмотря ни на что. То есть, и есть возможность у нас, то есть почему гены передаются по женской линии 80%, а по мужской только 20%. То есть вот эта вот модернизация, то есть она стоит этому всему.
Так вот, возможно ли у нас выход из вот этой вот, у нас везде модернизация, оптимизация вот этого, то есть смешение генов, то есть быстрый выход возможен ли или нет вот сейчас в данном? Нет, я говорю, возможен. Если, если это все поставить на нормальные, разумные рельсы, учесть все наработки, то мы в течение 2-3 поколений, во-первых, мы можем генетически исправлять ситуацию, это раз. Второе, мы можем ее исправлять информационно. То есть, скорректировав информационное поле, вот, мы тем самым скорректируем менталитет людей. И это однозначно скажется в том числе на физике. Ну вот вы живете в среде, где вокруг вас одни людоеды. Понимаете? То есть вы находитесь в состоянии постоянного стресса. Вот, вы понимаете, что за вами охотятся. Вы становитесь, так сказать, вот этой ловкой, такой быстро бегающей жертвой, которая в любой момент готова уйти от своего хищника. Понимаете? Вот эту ситуацию мы изменяем, и генетика тоже меняется. Страх убрать. И страх там в том числе, и вот очень много ложной информации, которая есть. Все вот эти ненужные итерации, которые возникают у вас в голове, ну вот, их убрать, и все будет нормально. Таким образом ситуация изменится, потому что это не все. Можно и техническими устройствами проводить эту коррекцию, потому что можно транслировать в эфир, например, скажем так, полевую информацию с идеальных генетических конструкций. Ну, я имею в виду человеческих. И тогда те, которые не идеальные, они тоже будут двигаться в сторону идеальных. То есть, если здоровье, так сказать, разум, все положительные чувства и эмоции восторжествуют, то, соответственно, в этой среде даже те, которые не обладают этими качествами, то есть постепенно их начнут приобретать. И в том числе они их начнут приобретать и на генетическом уровне. Они изменятся. Ну, в Союзе же было, скажем так, другое информационное поле. Всегда оповещали самые хорошие новости, скажем так, все позитив всегда был, да, и даже вот я сейчас смотрю на фото, да, тех людей, которые тогда были. Ну, я была в то время, да, но мне казалось, что это вполне нормально. И только сейчас видишь, какие выражения лица, взгляд, да, вот. Поднятая голова. Поднятая голова. То есть они совсем по-другому ведут себя, смотрят, в отличие вот от того, что сейчас видишь. Сейчас вот прям скукоженные все вот под гнетом чего-то, как будто на них. Хотя мы по-хорошему мы практически не жили в социализме. Мы начали строить социализм при Сталине, но мы его не построили. Потому что Сталин умер, вот, и тут же эта парадигма была свернута, и фактически мы строили иудо-социализм после Сталина. То есть это смесь социально справедливого общества с социально несправедливым. То есть у нас идеального социализма-то никогда не было, настоящего социализма. Существовали все вот эти вот кланы, так сказать, группы, протекции различные, там, волосатые руки, телефонное право и прочее, прочее, прочее. То, что нарушало законы правильного социального организма. Когда каждый должен как бы по способностям получать. Не по протекции, а по способностям. Вот. Это правило во многом нарушалось. Особенно на верхних эшелонах. Вот. Если на нижних там, в бригаде ты мог, так сказать, отличиться там, в рамках завода, то на верхних уровнях там это все жестко пресекалось. Потому что там работали кланы, группы, так сказать, различное право, там, родственные связи. Вот это безобразие, если это безобразие убрать, ситуация будет совершенно иной. А убрать ее можно только одним способом. Надо вас отвязать от зависимости, вот, от тех, скажем так, сатрапов, которые могут появиться вокруг вас. У человека должен быть один, скажем, источник финансирования, источник благополучия – государство. Все. Вот когда у него такая ситуация, когда самодур из коллектива не может там протащить какого-то, так сказать, своего родственника, своего знакомого там за взятку, поставить на нужное место. Вот. А когда
Ваше благосостояние зависит только от вас самих, и вы всегда находитесь в состоянии на плаву благодаря государству. Вот то, что мы уже разработали и продвинули, это вот сертификат оценки утраты жизни человека, вот, за счет которого будет производиться финансирование каждого человека. И ни при каких условиях он не окажется за бортом. Ни при каких условиях он не окажется на улице, без еды и так далее. То есть, когда все эти опасности уйдут, реальная свобода выбора появится у каждого. Вам некуда торопиться. Вы не боитесь никого. Ни начальников самодуров, ни каких-то там глупых решений, там, каких-то там, систем и так далее. У вас есть, вы находитесь в правовой структуре государства, у вас есть базовое обеспечение, которое вам вполне достаточно, которое вам обеспечивает нормальный уровень жизни. А дальше уже вы реализуете свой потенциал, как захотите. Сергей Вячеславович, да. Но в этом же... Пускай не захотят. И подходим к основному, то есть, противоречию, который был, начиная с 1977 года Конституции, 6-й статьи Конституции, ведущая направляющая роль коммунистической партии, которая определяла развитие, то есть наш светлый путь к коммунизму. Однако никто не представлял из простых граждан СССР, такой из себя представляет светлый коммунизм, мы туда придем, и какие должны быть итоги и результаты этого. И насколько вот была эпохальна вот эта вот идея строительства коммунизма, настолько был и монументальный ее крах. То есть вопрос, когда мы сейчас говорим об государственном обеспечении, то есть нужно, наверное, ставить вопрос или подразумевать следующее, что национальная идея развития государства, не зависящая потом от конкретных лиц, находящихся в том или ином кресле на каждом уровне. То есть если это стандарт качества развития государства отвечает заданному вектору, то есть принятому всеми участниками этого государства, а те люди, которые находятся, или те человеки, которые находятся в креслах на конкретных местах, то есть они четко следуют по направлению к заданному курсу и вектору. Если он не исполняет, то есть свою функцию, то есть он корректно наблюдает, чтобы это движение направлялось в ту сторону, тогда он, значит, либо он враг, либо он просто не соответствует уровень цивилизации, развития и так далее, занимая свои должности и место. То есть вопрос говорится о чем? То есть вопрос в том, что, наверное, не за говорящими головами нам нужно идти, а за национальной идеей, которая идет, то есть ставит развитие, приоритет, то есть повышение социальных условий, социальных, политических, экономических для развития. То есть это родовая семья, это общины там или еще что-то, что предусматривать. Я не знаю, через что мы к этому придем. То есть это уровень и качества жизни и развития каждого человека, семьи, родовой семьи, в том числе государства, которое мы должны принять и которому идти исследовать. Ну, в принципе, я правильно говорю? То есть мы к этому идем? Да, мы к этому идем. Только задачи, значит, будут гораздо более масштабными, чем только что озвучены. Это и задачи выхода, так сказать, в ближний, дальний космос, там переселение на другие планеты, контакты с другими разумными системами. Вот, вот эти задачи должны быть. Сергей Вячеславович, у нас сейчас ограничения по Москве, там гулять по графику, о дальнем космосе. Ну, конечно, это так и должно быть. Потому что человек, который не имеет вот этих вот искусственных границ, он только и движется. Потому что движение к цели, которая находится на расстоянии вытянутой руки, это не движение. Это один шаг. Вот. Все это можно реализовать мгновенно. Все вот эти местные задачи, локальные задачи, их можно реализовать практически мгновенно. Достаточно быстро все это можно сделать. Организовать все эти общины, поселить людей в эко-поселение, поставить им производственные задачи, которые они там будут решать, там те или иные, там сельскохозяйственные, промышленные. Это на самом деле несложно. Это все уже было. И вот все это уже опыт огромный на планете Земля имеется. У нас есть, у нас чего только не было на планете Земля. И силиконовые долины, и академгородки, и города с определенной специализацией, вот, ну, такие как вот Зеленоград, там, Дубна, Обнинск и так далее.
все эти, так сказать, вещи, они уже имеются в нашем опыте, они уже были в свое время реализованы, вот, и продолжают реализовываться на других территориях, в других странах. Вот, и задача просто это обобщить и применить. Это несложно сделать. Вот. Нам надо другие задачи ставить. Мы сейчас стоим на пороге, значит, либо гибели, либо соединения с разумными цивилизациями единой Вселенной. Вот у нас что. У нас вопрос стоит о том, мы вообще как цивилизация попадаем в категорию разумных. Если попадаем, значит, у нас есть шанс. Если не попадаем, значит, нас откопают через какое-то время и скажут, вот эти окаменевшие останки. Это и есть те самые люди, которые не смогли в очередной раз найти выход из сложившейся ситуации. И долго-долго бросали друг в друга ядерными зарядами, пока, наконец, не уничтожили себя совсем. Что уже неоднократно было здесь. Вот, вот и все. То есть мы дошли до точки, где переходной. Ну, смешно вообще говорить о развитии цивилизации вот в этих близких перспективах, когда хорошо известно, что догоны говорят ученым, что они прилетели, значит, которые ходят на бедренных повязках, говорят ученым, что они прилетели с двойной звезды Сириус. Вот. Но если это знают люди в набедренных повязках, то те, которые называют себя этими, скажем так, цивилизованными народами, с чего они-то ни хрена не знают? Ниоткуда они, никому они принадлежат, ни с какими мирами, там, цивилизациями, системами, структурами они связаны в космосе. Это же смешно. Дикари в набедренных повязках знают, что они с двойной звезды Сириус. Вот. А те, кто обладают радиотелескопами и телескопами на орбите, вот, считающие себя умны, не знают этой информации. Вопрос очень хорошо, Герман Оскарович. Люди должны получать только препарированную информацию от наших специалистов. Вот, если вот они, будут не препарированы, они ее препарируют. Да. Получать, как же потом управлять-то? Как же стадо да. пасти? Много свидетельств о том, что была ядерная война на планете. И уже доказано ли только. Не пропагандируется это официально, ну, официально эта точка зрения СМИ там и так далее. Мохенджо-Даро, наш Аркаим, сколько лет раскопали, потом закопали. Ну, и таких, много, да. Свидетельств, да. Много свидетельств всех этих предыдущих цивилизаций. Там зуб Будды можно увидеть, так сказать, в музее там. И понять, что люди были роста как минимум там 5,5-6 метров, который хранится. По-моему, в Шри-Ланке 8 сантиметров в высоту. Ну, можем посмотреть. Он есть, его фотография. Ну, вот. Пропорции тела Будды можно почитать об этом, потому что там тоже все описано. Как он выглядел, какие у него были руки, ноги, ступни там, и так далее. Что же случилось? Почему мы так изначали? Да не в этом дело. Дело в том, что мы самое главное, мы дошли до определенной точки, когда, скажем так, существование разумной цивилизации прервалось из-за того, что люди не нашли, ну, скажем так, приемлемых решений для своего дальнейшего существования. То есть конфронтация привела к гибели. Чем они там кидались друг друга? Какими, так сказать, ракетами, оружием, энергиями? Это другой вопрос. Только факт остается фактом. Цивилизации эти погибли. И нам в случае, если мы не сможем этого сделать, если не сможем перейти, если нас вот эта паразитарная структура все-таки затянет в этот, в решение вопроса, который, как они это видят, нас ожидает то же самое. Мы с точки зрения внешнего наблюдателя будем представлять из себя крайне опасную,
в том числе для внешней разумной жизни, цивилизацию. Мы сейчас уже представляем очень опасно для внешней разумной жизни цивилизацию. И те немногие, которые сейчас разумно мыслят на Земле, они не представляют всю цивилизацию целиком и не имеют полномочий от всей цивилизации целиком. Они не являются ее лидерами. Лидерами как раз являются те, у кого все кукушки уже разлетелись давно. И их бы хорошо бы все-таки лечить в психиатрических стационарах. Вот. Но судя вот по заявлениям того же Грефа, того же Билла Гейтса, вот, сотен тысяч специалистов, которые работают в разных лабораториях и строят без конца, без края, значит, все новые и новые виды оружия, занимаясь только одним. Изобретением все новых и все более эффективных способов уничтожения человечества. Вот разве этих людей можно назвать вменяемыми? По-моему, это крайне социально опасные элементы, которые должны находиться на жестком стационарном лечении, вот, и в соответствующем режиме. Потому что их идеи, это и они воплощаются. Извините меня, ядерные ракетоносцы всех мастей, они летают, плавают, ездят по всей Земле. И вот эти вот их бредовые фантазии, этих недоумков, вот, они, к сожалению, вот, реализованы уже. И все это представляет реальную угрозу, отнюдь не фантастическую. Вот. Сейчас мы перешли в другую фазовую стадию, то есть уже на отдельном уровне, там, с помощью микробов и всяких, ну, и всего остального. То есть сейчас уже неэффективно использовать ядерное оружие, потому что то есть загрязнение территории, там, явно видно, кто враг там, и так далее. Проще выпустить какой-то вирус, и он там по заданным технологии и программе выкосит ненужное население, так сказать. И вот Чубайс сказал, что Россия должна принять активное вот, население планеты. То есть я не знаю до сих пор, почему то есть человек этот на свободе. То есть у нас столько статей по экстремизму, в том числе и в Российской Федерации, в применяемом ими законодательстве. То есть человек, который говорит, что 30 миллионов вымрут, не вписавшись в рынок, ничего страшного, не обращайте внимания, новые народятся. То есть вопрос заключается в адекватности, то есть следования их политики, действиями и программ, которые они внесут. Я тоже всегда задавался вопросом, почему это опасное животное до сих пор не сидит на цепи и на строгом ошейнике. Вот. Но, к сожалению, тенденция такова, что такого рода опасных животных вот, сейчас большинство в системах управления, не только нашей страны. Подобно вот их... Виссарионовичу Трампу, что думаете? Я думаю, что он играет свою игру, вот, хотя, так сказать, выполняет задачи, которые ему спускаются сверху. Ну, я уже высказывался по этому поводу. Смысл такой, что сверху спускаются глобальные программы, которые вот реализуются. Ну, в нашем случае сейчас вот на планете якобы идет какая-то пандемия. И под этот шум волны каждый мелкий царек на каждой своей территории пытается реализовать свой интерес. Дональд Трамп свои интересы, так сказать, у нас свои интересы, там где-то в Индии, где-то в Китае, там свои интересы, везде они разные. Вот кто-то меняет конституции, кто-то там переходит в другие юридические поля, кто-то еще какими-то вещами занимается. Таких очень много, потому что вся территория планеты Земля разделена на непонятное количество юридических субъектов, которые по-хорошему должны объединиться в единый субъект. Потому что в противном случае спасаться от сумасшедших, которые сверлят дырки в земной коре, закладывают туда термоядерные заряды и взрывают их, наблюдая за движением этих литосферных плит. Вот, слишком много. Вот. И вот этих сумасшедших, их надо держать все-таки на очень коротком и строгом поводке. Может ли Дональд Трамп помочь нам в восстановлении СССР осознанно?
неосознанно были же уже заявления, что он хотел встретиться с руководителями? Нет, дело в том, что вся ситуация движется к тому, что единственный на планете правовой субъект должен возродиться. Она двигается в эту сторону. Вопрос в том, какой будет баланс сил в критический момент. Вот, если ситуация будет складываться таким образом, что они, противная сторона, найдет какое-то решение, вот, возможно, у них что-то и получится. Хотя я такой возможности не вижу. То есть они уже загнали себя в угол? Они опоздали. Им надо было этим заниматься раньше. Мы еще когда, значит, в 2008 году, там в 2010 году делали свои первые заявления, тогда мы им, в принципе, показали путь движения к правовой системе. Вот. Но они тогда это все игнорировали. Вот сейчас ситуация доведена до своего апогея. Я вчера смотрел прямую трансляцию с улиц Нью-Йорка. Вот. Там ситуация близкая к тому, что может начаться гражданская война. Очень близкая к этому. Потому что любую проблему надо решать тогда, когда, так сказать, для этого есть возможности, время. А сейчас все это назрело. Вот это уже, так сказать, гнойное образование и лечение только хирургическим способом. Вот поэтому потери при этом лечения будут неизбежны. То есть, чем раньше они бы включились в этот процесс, тем более безболезненно и с меньшими потерями могло бы все разрешиться. А поскольку включились они тогда, когда уже не включиться невозможно, когда уже события развиваются таким образом, когда идет крушение всей финансовой системы на планете Земля, вот фактически парализовало все рынки,